Здравствуйте, подписчики моего канала. В середине данного видео будем сейчас колоть поросятам олиговид, мультивит инъекционный. Внутримышечно, поросяткам. Значит, про дозировку, что я хочу сказать. Свиньям, поросятам 1 мл на 10 кг веса, так как они у нас маленькие еще, им всего 10 дней. Ну, нет, чуть больше, 2 недели где-то. Значит, мы будем им колоть по полмиллилитра, пол кубика будем давать. Что еще? Нельзя передоз, нельзя смешивать с такими же витаминами. Что нельзя, что тут можно, что нельзя. Все, в принципе, написано на инструкции, можно почитать, кому интересно. Не вводить внутривенно, не смешивать, я говорю. Не смешивать в одном шприце с другими препаратами. Ну, в принципе, все. Сейчас будем делать хорошо поросяткам. По полкубика будем колоть. Ого, что-то я тут крутил. Черт, надо было его немножко нагреть. Он сейчас нагреется. На улице плюс 30 быстро нагреется. Хранится в холодильнике, поэтому такой вот маслянистый, густой. Все, там ключи. Да неделю можно на продажу. Зацените. Еще неделю на продажу можно вперед. Вперед из песни. Просто жесть. Вот сюда. Ну, двери можно и открытыми держать. Давай. Я не знаю, где сколько уже килограмм. Ты имеешь в виду, что разница с теми большая? В днях? Да. В днях один день. Вот я не хочу из-за этого ее убирать, ну, выбраковывать. У нее хоть и мало, но не очень хорошие. Просто замечательные поросята. Шо, ну тогда шо? Подписчики не подписываются, видео не смотрят. Бомжую потихоньку. Короли и те от меня ушли, не осталось. Эх. Мы их и лечили. Шо мы только с ними не делали? Надо смотреть, это 2 недели. 2 недели поросенок. Нет, ты что, напрягаешься в эту ножку? Давай я в эту. Илюха, давай. Иди, жопа. Илюха, 2 недели. Надо с них будет со следующего чешу оставить с них. Мы с деньгами чуть-чуть разбрасывать это самое. И надо будет оставить с них, потому что... Это ее оставить. Да. Будет нормально. Они чуть-чуть перед это самое, они будут такими утырками по 6 штук. Нет, не будут. На первый раз 5 равно, да, по-моему? Да. Она все равно лучше с каждым разом. Ну, первый опорос всегда такой. Ну, эти практически все такие жопатые, да. Так они все беконы, да? Я ярко выраженные беконы. Они, мама как трафарет, их понял, под себя сделала. Ну, вот это вредитель. А что вредитель? Ну, он дернулся и филит выбил из рук. Вон дырка. Не напрягайся. Расслабься. Напряглась же, зараза. Я не знаю, кто там. Люк, смотри. Иди, ставь кого-то. Да, они хорошо. Они один день разницы. Витамины хорошо, видишь, что они, ну, как бы... Они даже в период лактации рекомендуют этими витаминами колоть. И в период супровозности свиноматок. Просто свиноматку как угловой, тогда ну, чуть-чуть поменьше, но все равно. Хороший. Видно, да, что я как колю? Что такое? Ну, это вы вырежете. Ну, ничего страшного. Смотри, какой. Илюха, не пускай. У тебя что-то собрался. Ну, он один остался, скучно стало. Сейчас будет весело, подожди, сейчас тебя вштырим. Сейчас будешь самый веселый среди них. Будет как в этом, я веселый. Сейчас иду. Ого, трыльно. Ну что уже сейчас кинись? Сейчас. Дивка. Ну, мамы там нервничают. Где мама, мы их выгнали аж на дальний выгон, чтобы они у всех нервы строили. Все, выходим. Илюха, ты сразу зерно можно сыпать. Так, это у нас другое банда. Тоже лысенькие, не такие, не так ярко выражены. Больше у них видно Петреновского чуть поменьше, Ладасовского чуть присутствует. Но тем не менее, длинные, мясные. Как... Давай, тачка, туда выкинем это вообще. Что такое нам? Выпустить, туда, значит. А тут нормальных видно хорошо. Вот так, вот так. Эти поменьше, конечно, а тут вообще он мелкий. А этот с черненькими, самый большой. Там, кстати, есть у нас инвалид. Сейчас посмотрим, что там у него. Инвалидское движение уже закончилось или нет. Кто у нас тут инвалид? У кого нога болит? Что же такое? Я не сказал, что намного меньше, Тань.
достаточно неплохие. Давай, что это? Цыть. Ты можешь подумать, тебе там больно. Давай, вот твоя черная эмоция. Ты все умное лицо подсделал, думаю, интеллигент. А тут в корыте сидит. Такие масенькие родились, а ловко. А просто хорошо. Быстро. После этого самого вообще так, после железа. А вот сейчас витаминами, так они так стартанут, только скажи. Да. Витамины просто, вот если кто это самое, не жмитесь, а там 200 гривен тех, а по полкубика колоть надо, то этой банки хватит там переколоть, такой стада у меня. Что, поделал мой? Кстати, это шарный должен быть, да. Мы ему залечили. Уже думали все, короче. Будет 9, а не 10. Лю. А не, вычухался. Сейчас иди, сейчас пойдешь гулять, конечно. Оно сейчас окремляется. Чего ты тут видишь? Ого, давай, давай, усилий, давай, давай. Блин, так, не очень удобно. А что это такое? Илюх. Как видите, они воспринимают укол очень положительно. Не кричат, не плачут, не больно им. А потом довольные гонят. Слышь, создатели шприцов неправильно с той стороны на рынку нанесли. Ну вот этот, Илюха, размерный примерно как маленький из тех. Слышь, посмотри. Те, может, чуть-чуть пошире, как бы. Так что, в принципе, они там отличаются, ну, буквально там чуть-чуть. У них там день-чей-два разницы, да, было? Блин, опять засрал, я только перекопал. Попал в одно место. Вот свиньи говорят, слышь, говорят грязные животные. Да она, блин, в одно место. Строго, туалет в одном месте. Фиг ты ее заставишь в другое место пойти. Такая зараза. И детей туда лучше, ты всех ходить. Это счастье, что сейчас будет хорошо. Ну, какой вам еще в жизни развлечение может быть? Я не хозяин. Кальные трошки. Сидят, дымятся, мы довольны сейчас. А знаешь, что они довольные? Говорят, что так долго? Когда до нас ход дойдет. Да, пора уже давно. Пора уже сиську тянуть. Там мы их там трогать так зарядили, наших мам, что вы сейчас будете довольны. Что там они? Девочек? 7-4, ой, 7-3. Это тоже девка. Смотри. Пятачок. Пятачок. Еще раз. И это девочка. Девка. Иди еще один. Вон еще один. У нас тут двое осталось. Один и второй, да? Кстати, прикол был. Ну как прикол? Один поросенок где-то в двухдневный или трехдневный возраст. Что-то стоит, чихает, кашляет, что-то смотрю, хуже. То думаю, все, сейчас сдохнет. Беру его, короче, а он полный рот напал, опил к себе. Вот уж нет. Каким-то образом. Вот все не может выдохнуть и все. Тело убрал, лицо убрал, водичка. Они воду не могут пить, получается, да? Да. Мама, ну, сиська когда там-то сиська приедет, тем более первый день она тебя кормила. И, короче, вот такая вот была проблема. А в тот раз аппарат мы прозевали, не прочистили вот так. Тоже не знали. И умер, сдох, хорошо, ждал как бы. Надо вот так вот смотреть за ним. Последний, из маяка. Угу. Ну. Самый прыгкий. Да подождите. Чингачгука сейчас уколем. Давай, Чингачгука сюда. Инъекцию ему добра и справедливости. Все, давай снимешься стадо. На бутыль, да? Куда подлежишься? Так, отходи, сюда. Да, снимай. Один, не спеши, один. Вон там встать, да, все. Тихо. О, молодцы. Не, маму давайте сейчас тоже. А, маму сейчас зовут. Ну, в принципе, все. Как видите, для получения нормального урожая. Открывай, иди. А мама не снесет ее? Не. Мы спрятать? Да. Открывай, он в сторону.
Дай на ней идти. Поверь, они уже не хотят. Ну вот и мама несется. Давай на место. Жалуйся, жалуйся. И вторая несется. Черномазая. Жалуется, жалуется. Сейчас подождите, дай она зайдет. Такие пацаны. Почему такие дела, такие поросята? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.